Самый сильный довод ашаритов – это лишь то, что их большинство. Конечно, это не является доказательством, однако это усиливающее обстоятельство. Это очень сильное обстоятельство, что ашариты являются большинством. Ашариты говорят, что Ибн Хаджар и Ан-Навави были ашаритами. Да, это так, но это не доказательство. Это ясная истина, которой полны их книги. Они ни одной буквой не противоречили ашаритскому мазхабу. Следующий вопрос говорит, правильно ли говорить, что ашариты входят в Ахли Сунна валь Джамаа во всех вопросах, за исключением вопросов имен и атрибутов? Достоверно ли то, что если считать их еретиками, то это значит и Ибн Хаджар с Ан-Навави были еретиками? Есть те, кто так говорит. Ашариты не относятся к Ахли Сунна валь Джамаа ни в вопросах имен и атрибутов, ни веры, ни предопределения, ни в других вопросах. В каждом разделе убеждений они противоречат Ахли Сунна. В вопросах имен и атрибутов они приняли убеждения отрицающих и искажающих имена и атрибуты. В вопросах веры – мурджиитов. В вопросах предопределения – джабритов. В вопросах чудес они противоречат Ахлю Сунна валь Джамаа и так далее. В каком разделе убеждений они согласны с Ахлю Сунна валь Джамаа, если они вообще согласны в чем-либо? Каждый, кто изучал учение ашаритов, знает об этом. Тот, кто прочтет книги ученых Ахлю Сунна валь Джамаа, живших рядом с ашаритами, увидит, как они порицали, ругали, прогоняли и писали опровержение ашарит, и поймет, что они не являются Ахлю Сунна валь Джамаа. Какая сунна может быть у них, если они приняли убеждение Мухтазилита, который отказался от их убеждений и разработал свое учение, а затем отказался и от него, вернувшись к убеждениям Ахлю Сунна валь Джамаа. Они приняли его вторую стадию в вопросе принятия убеждений и отказались от того, что он писал в своей книге Аль-Ибана и других. Являются ли они еретиками? Вне сомнений, они еретики. Если считать их еретиками, то это значит и Ибн Хаджар с Ан-Навави были еретиками. Кто сказал, что Ибн Хаджар и Ан-Навави были ашаритами? Ибн Хаджар и Ан-Навави соглашались с ними в некоторых вопросах и не соглашались с ними в других. Ан-Навави не был уверен и не заявлял об этом с уверенностью. Множество из тех ученых не смогли достичь и познать истину, так как в то время, за редкими исключениями, истина часто была скрытой. Как приводит один из ученых, да помилует его Аллах в своей книге Тари, когда приводит биографию шейхуль-Ислама, сказал, что шейхуль-Ислам как будто бы пришел с новой религией, и то, что он говорил, было неизвестно большинству людей, а распространенным среди людей учением было учение ашаритов. Они выступили против него, потому что не знали, что то, с чем он пришел, было истиной. Также шейхуль-Ислам упоминал, что многие из них вообще не видели и не изучали учение предшественников, и не читали о нем, так как думали, что учением предшественников было вручение знания о смысле аятов Аллаху. Как об этом будет рассказано подробнее позже. Ибн Хаджар и Ан-Навави были муджтахидами, и тот, кто посмотрит в книге Ибн Хаджара, то поймет, что он был тем, кто следовал сунне и ее доказательств. Но в некоторых вопросах он согласился с ними и последовал, так как думал, что это и есть истина, и не смог узнать настоящую истину в этих вопросах. И Аллах, Велик Он и Возвышен, простит ему. Он приложил колоссальные усилия в своих трудах, и он один из имамов ислама, хоть и ошибался, так как он такой же человек, как и другие, да помилует его Аллах.